губернатор Евгений Куйвышев, председатель антитеррористической комиссии в регионе, провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба, на котором обсудил дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях. Трагедия, случившаяся в Казанской школе, показала, что меры, принимаемые для защиты детей от преступных посягательств, не всегда достаточно эффективны, а просчеты при организации охраны образовательных организаций могут привести к очень тяжелым последствиям. При подготовке к прошлому учебному году на мероприятия антитеррористического характера было направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. В этом году из консолидированного бюджета Свердловской области запланировано около 1 миллиарда рублей. Считаю, что мы еще раз должны проанализировать эффективность использования этих средств и выработать дополнительные меры, направленные на совершенствование пропускного режима, оснащение школ современными системами охраны и оповещения и инженерно-техническими средствами. Также необходимо усилить и профилактическую работу с молодежью, уделяя особое внимание противодействию вовлечению молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность. Евгений Куйвышев напомнил участникам заседания, что правительство Российской Федерации установило требования к антитеррористической защищенности детских оздоровительных лагерей. Кроме того, начался период сдачи экзаменов выпускниками школ. В связи с этим Евгений Куйвышев напомнил о необходимости инструктажей и учебных мероприятий для учителей, руководителей школ. «Прошу в период проведения единых госэкзаменов, несмотря на загруженность педагогических коллективов, еще раз довести до 100% учителей инструкции по поведению в случае нештатной ситуации. Кроме того, организовать комплексные учебные мероприятия для директоров школ с привлечением специалистов Росгвардии и полиции», — поручил глава региона.